Немножко зеваю, но прошу прощения за это. Немного не выспался сегодня. Но все равно пишу видео и комментирую его. И планирую выложить сразу три сегодня. Вот, ладно, поднимаемся наверх. Там нас ждет небольшой подарочек. Это в виде боевой гранаты. Вот она здесь вот лежит и ушами шевелит, ждет, когда мы заберем ее. Мы ее забрали. Полная луна, как романтично, но об этом он сейчас лучше не думать. Сейчас нам нужно думать, как победить Крауча. Взрываем всех. Не забудьте сломать вот эти две бочки, которые я пропустил, к сожалению. Случайно это вообще вышло. Их просто не заметил, пока делал, когда делал видео. Но надеюсь, в них нет ничего такого существенного. Главное сломать эти бочки. 1200 пес, еще патроны для пистолета. Ломаем эту бочку. Здесь у нас еще песо. 3000. Ну и забираем желтую траву. Ну и спускаемся вниз. Там нас ждет последний камушек для нашей киски. Киски любят вискас, как это известно. Это не реклама, шучу, мне за это заплатили, конечно же. Да, забираем этот камушек, он синий. Не забудьте его, если вы собираете кошку. Вот. Если пойти налево, то можно в ящике найти 5000 песо. Неплохая прибавка к жалованию. Ну и здесь нам остается прочитать записку Граунтера. Есть тир, но там уже повторения идут. Если вы пропустили один из предыдущих тиров, то обязательно зайдите. Тут у нас записки Краузера, где он пишет, что хочет убить Леона и Аду, а потом, не знаю, изнасиловать их обоих, кинуть мешок и отослать Вескеру. Ну, неплохая идея. Увидимся мы через мгновение буквально. Итак, мгновение так быстро прошло. Мы поднимаемся наверх. Вы сами знаете, что будет дальше. Конечно же, Краузер. Наш старый друг и соратник. Ну, не знаю, насколько он старый. Я вообще его первый раз, можно сказать. Точнее, второй раз вижу. 5.3. Он сразу же бросается на нас с ножом. А уже в конце части 5.3 нам уже придется его убивать. Так что... Недолгая была судьба у Краузера. Ну ладно, загрузка пошла. Сейчас мы с ним разберемся по-своему. В общем, объяснять, что и как против него действовать, я не стану. Сейчас некоторое предисловие в виде заставки нам расскажет сам Краузер, что нужно сделать. Это нужно добыть три символа. Один на западе, другой на востоке и третий у самого Краузера. После этого мы можем продолжить игру в части уже 5.4. Вот. Бой тоже будет разделен на два этапа. Первый нам нужно будет бегать и собирать первые два символа. Причем разными способами уворачиваться и отстреливаться от Краузера. Но второй бой, это сам бой с Краузером за третий символ. Он будет происходить на крыше, а у Краузера отрастет
полурука, полукрыло, полущит. Вот такая вот вещичка. Ну ладно, сейчас мы смотрим заставочку, в которой Краузер все продумал. Ну что, значит, вы вдвоем заглотили крючок? Где Эшли? Ты правда хочешь это знать? Она за этими воротами. Но тебе нужны три значка, чтобы открыть ворота. Что ты собираешься делать, Краузер? Один на севере, а второй на востоке. Да, на севере и востоке. Дай угадаю. Третий уже у тебя. Теперь ты на коротком поводке. Похоже, что ты все хорошо продумал. Беги, Леон, беги! Ладно, мы все стоим здесь и ждем, пока он прибежит. А, он ушел в двери! Дико, дебило. Ах ты урод! Ах ты гад, ну ты просто отвратительный. Это что, боевая граната? Я думал, он кинул слеповуху, как он обычно это делает. Краузер, ты меня удивляешь. Бам! Суй себе этот путь себе в задницу. Ну ладно. Забираем патрон для магнума, патроны, точнее зеленая трава это. Травушка, муравушка. Муравушка. Ладно. Забираем слеповую гранату. Забираем ДМП патроны. Перезаряжаемся по-быстренькому. О, ты помедленнее. Бум! Бум! Вот когда он так близко подходит, советую сразу же переключаться на нож. Вот его, да? Вот Леон, скажи своей мамочке. Здесь те самые ворота, в которые нужно три символа кидать. Да ладно. Ты меня всегда раздражаешь этой ерундой. Скажи что-нибудь другое. Что-нибудь оригинальное. Надо бы что-нибудь съесть или выпить. Или залечить раны. Тоже вариант. Вот так вот. That's what I'm talking about. Да. Ломаем ящики. И 10 патронов для ружья. Очень вовремя. Поднимаемся на второй этаж. Посмотрим, что там. Боевая граната. И все, да? Ладно, теперь мы идем забирать первый символ.